Дорогие друзья, всем привет! Сегодня 15 марта, будем замерять бычка, малыша. Возраст 1 год 1 месяц, то есть 13 месяцев. Замерять будем его с помощью такой рулетки 8-метровой. А за основу у нас будет брать таблица. Новый справочник фермера. Так выглядит. Ничего. Начнем. Стой, муштай. Стой. Ах ты. Малыш, стой. Стой. Стой! Голову подними! Стой! Так, 157. 157. Длину косу. Нет. Давай. Сколько? Стой! 140. Так, 140, значит. Так, 157 на 140. 157 на 140. Так, смотрим, так. Обхват за лопатками 100. Тут только 156. 140, так, 156. И 140. 300, ну тут 142, ладно, допустим, 300 килограмм, приблизительно его живой вес. Так, по прошлый месяц у нас составлял 278 килограмм. 20 килограмм я сбрасывать не буду, потому что я телушку замерял за день до того, и она мне показала 260 килограмм, живой вес приблизительный. А когда я ее забил, она у меня мясом вышла 156 килограмм. Так, считаем так. Калькулятор. Так, 300 килограмм минус 278 равно 22 килограмма. Делим на 30. 733 грамма получается в сутки. Прибавляется он в весе. 733 грамма. Так, что по отрубям? Отруби. Утром. Ну, в сутки отруби 2 килограмма. Пою теплой водой. Отруби мешаю в теплой воде. Сено до 10 марта давал норму сена в 6 килограмм, после 10 марта норму пришлось ему убавить. В данный момент даю ему 4 килограмма сена. 4 килограмма. Ну все. Всем здоровья. Ролик понравился, ставьте лайки. Не понравился, ставьте дизлайки. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Все, всем пока. Пока-пока.